Сегодня мы объехали три новостройки Кировского района города, которые расположились недалеко от парка Александрино. Жилой комплекс «Трилогия» от компании «Петрополь» представляет собой три отдельно стоящих здания высотой 23 этажа с фасадами, выдержанными в скандинавском стиле. Строительство этого жилого комплекса началось летом прошлого года. Выданное в мае 2014 года разрешение на строительство действует до мая 2017. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – второй квартал 2017 года. Будущее жилье реализуется по договору долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. Как отмечает застройщик, локация дома сочетает в себе три главных преимущества – город, парк и метро. Действительно, данный комплекс расположился в обжитом спальном районе с давно сложившейся инфраструктурой, поэтому в пешей доступности как сетевые супермаркеты, так и большое количество школ и детских садов. Все расположено в радиусе 1,5 километра. Кроме того, жители трилогии смогут насладиться прогулками по древнейшему парку Александрино, отдохнув там от городского шума и суеты. Транспортная инфраструктура представлена несколькими удобными выездами на кольцевую автодорогу, до которой порядка 4 километров, и станции метро «Проспект Ветеранов», до которой можно добраться за 20 минут пешком. Все три корпуса жилого комплекса «Трилогия» объединены между собой двумя двухуровневыми паркингами на 248 машиномест. Придомовая территория будет ограждена, иметь систему контроля доступа и видеонаблюдения. Во дворе запроектированы детские и физкультурные площадки, а также места для отдыха взрослого населения. В трилогии будет и собственный детский сад на 43 места. Кроме того, на каждом жилом этаже корпусов предусмотрены большие колясочные. Каждый корпус оборудован 4 лифтами – 2 пассажирских и 2 грузопассажирских, опускающихся прямо в паркинг. Приятной особенностью комплекса является эксплуатируемая кровля обеих паркингов, доступ на которую предусмотрен со 2 этажа каждого корпуса. Работы ведутся сейчас на этапе 12-14 этажей по монолитному каркасу. Акцент по квартирографии сделан на большие планировки. Здесь преобладают двухкомнатные квартиры, большие, однокомнатные. Здесь мы ушли от формата малого жилья, малогабаритного. Это именно дом для семейного проживания. Всего в комплексе запроектировано 864 квартиры от 26 до 79 квадратных метров. Проект предусматривает студии 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с высотой потолков 2,7 метра. Два корпуса трилогии сдаются без отделки, а в одном из корпусов будет возможность приобрести квартиру сразу с качественной отделкой. Цена за 1 квадратный метр здесь начинается от 79 тысяч рублей. Приобретение возможно с помощью различных вариантов рассрочки, а также ипотеки. Жилой комплекс «Александрит» от строительной компании К-55 расположился на Дачном проспекте. Вполне удобное месторасположение комплекса обусловлено близостью к станции метро «Проспект Ветеранов», а также к западному скоростному диаметру кольцевой автодороги. Разрешение строительства этого дома было выдано в конце мая 2013 года. Оно действует до конца марта будущего года. На объекте уже идет итоговая проверка. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить до конца нынешнего года. Реализация квартир ведется по договору долевого участия в рамках 214 федерального закона. Здание жилого комплекса состоит из двух секций, которые имеют разную высоту 15 и 18 этажей. На первом этаже запроектированы офисы и другие коммерческие помещения. Также предполагается полузаглубленная парковка на 195 машиномест. Парадные оборудуются 2 лифтами, колясочными, хозяйственными помещениями и помещениями для консьержей. Двор будет озеленен и облагорожен детскими площадками и скамейками. В целом, по данному району инфраструктурные объекты представлены школами, детскими садами, разноформатными магазинами, салонами красоты и многим другим. Также вдоль бульвара Новаторов расположены несколько зеленых зон, приятных как для прогулок, так и для занятий спортом. Мы уже заканчиваем строительство дома. Мы прошли только что внутри помещения, мы видели, что происходит отделка. Осталось развесить, грубо говоря, оборудование и передать ключи. Всего запроектировано 265 квартир площадью от 37 до 89 квадратных метров. На выбор предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Застройщикам предусмотрено остекление всех лоджий и балконов. Высота потолков в комплексе составит 2,8 метра. Квартиры будут передаваться без отделки. Цена здесь стартует от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Приобретение возможно с использованием ипотечного кредитования, так как имеется аккредитация от нескольких крупных банков.
Жилой комплекс «Полежаевский парк» представляет собой 20-этажный кирпично-монолитный дом, расположенный в Кировском районе Санкт-Петербурга по соседству с одноименным парком. Вся монолитная конструкция была залита в теплое время года. Как уверяет застройщик, без добавления в бетонную смесь противоморозных добавок, что является немаловажным фактором для комфортного и безопасного проживания. Каждый корпус оборудован индивидуальным тепловым пунктом. Все системы жизнеобеспечения и безопасности дома автоматизированы. Разрешение строительства этого дома было выдано застройщику 2 года назад. На сегодняшний день строительство завершено, на объекте работает приемочная комиссия. Ввести дом в эксплуатацию планируется до конца нынешнего года. Купить квартиру можно по договорам долевого участия в соответствии с 214 федеральным законом. Район, где построен новый жилой комплекс, имеет уже сложившуюся инфраструктуру. Рядом функционируют школы, детские сады, торгово-развлекательные комплексы, супермаркеты, отделения банков и фитнес-клубы. Несомненным плюсом расположения комплекса является близость к зеленым зонам, таким как Полежаевский парк и парк Александрина. Локация жилого комплекса отличается хорошей транспортной доступностью. В 3 километрах находится ближайшая станция метро «Проспект Ветеранов». И в непосредственной близости расположены выезды на КАД и ЗСД. Дом сейчас находится на этапе итоговой проверки со стороны ГАСНа. К данному моменту практически проверка завершена, и мы сейчас на этапе сдачи дома в эксплуатацию. Кроме жилого комплекса, у нас также и завершено строительство подземного паркинга на 161 машиноместо, и ведется сейчас строительство детского дошкольного учреждения на 70 мест. На 1-м и 2-м этажах жилого комплекса «Полежаевский парк» расположены коммерческие помещения. Объект характеризуется разнообразием планировочных решений. 16 жилых этажей включают в себя студии, однокомнатные квартиры, евродвушки, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 30 до 83 квадратных метров, а также квартиры с террасами. Цена за квадратный метр на данный момент начинается от 76 тысяч рублей. Объект аккредитован в нескольких крупных банках, что дает возможность приобретения квартир с использованием ипотечных средств. Более подробную информацию об этих объектах читайте в нашей статье. До встречи в новых выпусках!